Кафедра дизайна и изобразительного искусства в следующем году отмечает юбилей 20 лет. Сегодня здесь готовят специалистов по двум направлениям – дизайн и дизайн архитектурной среды. На кафедре осуществляется активная научная и художественная деятельность. Мы активные участники вот этой программы и стратегического развития 2030. Мы начали осуществлять программу профессиональной, дополнительной профессиональной переподготовки в области графического дизайна. Уже идут занятия, мы защитили этот проект. Наша кафедра в области науки работает по нескольким научным направлениям. Это, конечно, в первую очередь искусствоведение, это педагогика в области искусства, это культурология. Кафедра активно участвует в конкурсах, выставках и фестивалях. Это одно из главных направлений общей деятельности, где будущие специалисты должны показать свои сильные стороны. Мы получили первое место, заняли в международном конкурсе МАСАО. МАСАО – это самый престижный конкурс, который проходит на территории России, хотя в международный, там участвуют до 20 стран. В области архитектуры и дизайна. Вот мы заняли на нем первое место. Это уже не первый раз. Выпускники кафедры работают в крупнейших российских компаниях, таких как РЖД, ВГТРК, Росрадио, Дизайн-депо и другие. Сотрудники кафедры занимаются художественным оформлением научных изданий вуза.